Вчера по мокрому делу, накрывшему и автодороги, довольно загадочный полет совершил мужчина, пилотировавший в одно лицо «Шевроле Ланос», чьи брызговики, впрочем, помнят истинные корни этого авто, когда компания «Део» еще не въехала в концерн General Motors. Летучий инцидент приключился недалеко от Екатеринбурга, на официально 181-м километре подъезда к нему от Челябинска. На Свердловском участке Челябинского тракта за последние пару лет отремонтировано буквально все, кроме одного места – моста через много чего образующую речку Арамилку. Вот эти малозаметные работы как раз и умудрился как-то не заметить водитель, летевший со стороны Екатеринбурга. Как? Непонятно. Почти совсем близко. Непонятно вообще. Так можно было. Непонятки объясняет другой автомобилист, не торопившийся никуда и пробравшийся прямо на место приземления после загадочного перелета. То ли уснул, то ли что, пролетел вот такую же яму, канал, здесь мост строится. Пролетел вот этот мост, пролетел вот эту яму и приземлился вот сюда. Дальнейшая информация ограничена тем, что до того, как увезти с места аварии над Арамилкой почти весь Ланос, за исключением его переднего бампера, живого водителя на скорой доставили в 24-ю горбольницу Екатеринбурга.